Татьяна Тимофеева рассказывает, что уже давно не смотрит на цифры в своем паспорте. Женщина свой возраст оценивает по своему самочувствию. Сегодня она снова студентка, и поэтому пришла на танцы, посвященные Татьяниному дню и Дню российского студенчества в Самарском дворце ветеранов. Дома сидеть не хочется, так что выбираемся, танцуем, развлекаемся, других развлекаем. Такие же активные самарцы серебряного возраста собрались на праздники, чтобы сердце и душа были молоды. И поэтому наша программа называется «Чтобы сердце и душа были молоды». Когда ты ощущаешь свою такую молодость в душе, ты многое можешь сделать полезного для себя, для своих близких и для общества в целом. Для гостей праздника звучали хиты второй половины прошлого века и современные мелодии. А в танцевальные паузы свои творческие выступления показывали коллективы Дворца ветеранов и студенты Института культуры. Понимаете, мы уже вырастили детей своих, помогли воспитать внуков. И теперь мы предоставлены сами себе. Понимаете, мы сейчас живем полной жизнью. Танцы в Самарском дворце ветеранов проходят регулярно. И это одно из самых популярных мероприятий учреждения, которое всегда собирает полный зал. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.